В Ясаш-Наташлинском сельском поселении Терингульского района открылись новые магазины, в которых жители могут приобрести не только свежие продукты, но и продовольственные товары первой необходимости. Раньше на месте торговых точек стояли неиспользовавшиеся, требующие капитального ремонта здания. Благодаря программе приватизации муниципального имущества у пустующих помещений появились новые собственники, которые сделали в них ремонт, обустроили прилегающие территории. Создание таких магазинов в первую очередь мы приветствуем в связи с тем, что создаются новые рабочие места. То есть вот в магазине «Радуга» у нас около 7 человек, то есть там на пекарне задействовано. Вот, постоянно там у них идет тоже, появляются лишние вакансии, дополнительные вакансии. Вот, и в этих двух магазинах тоже, значит, вот два продавца в этом и два продавца в том магазине. Вот. Ну и, конечно, увеличение количества магазинов – это способствует тому, что в остальных магазинах, то есть из-за конкуренции, приходится предпринимателям снижать цены, то есть, опять же, плюс для населения. Программа приватизации позволяет не только значительно сэкономить средства областного и муниципальных бюджетов на содержание нерентабельного имущества, но и дает возможность дальнейшего развития частного предпринимательства. Объекты, подлежащие приватизации, включаются в прогнозный план приватизации муниципального образования, утвержденный Советом депутатов на срок исполнения бюджета. Объекты, включенные в прогнозный план приватизации, соответствующий период, значит, комплект документов формируется, и уже по результатам проведения рыночной оценки для определения начальной максимальной цены для реализации данного имущества уже принимается решение о порядке приватизации, то есть каким способом приватизируется тот или иной объект недвижимого имущества. Условия приватизации имущества включают наименование имущества, начальную цену, способ его приватизации и иные необходимые сведения. Отметим, начальная цена определяется независимым оценщиком в соответствии с рыночной стоимостью.